На временно оккупированных территориях уже к концу 1941 года действовало более 2000 партизанских отрядов. Всего в годы войны сражались свыше 6000 партизанских отрядов. В их составе было около 1 миллиона человек. Пусть зашли чужеземцы далече, в шире русских лесов и полей. Жив народ наш, от сечи до сечи, мы становимся крепче и злей. Алексей Сурков.